Павел Путилевич, ну в каком физическом и моральном состоянии «Факел» подходит к игре с в Астрахани с «Волгарем»? Ну, на данный момент я считаю, что нормальное физическое и психологическое состояние связано с тем, что команда наконец-то одержала победу, хорошую победу над хорошим соперником, ярославским «Шпильником». И поэтому вся эта неделя между турами идет так на положительном эмоциональном фоне подготовка. Что можете сказать о сопернике нашем предстоящем? Как его характеризовать, может быть, коротко? Ну, очень добротная команда. Команда, которая этим составом играет уже второй год. И в прошлом году они показали неплохой результат. И в этом году на Кубке ФНЛ команда очень хорошо смотрелась, укомплектована хорошими футболистами, которые поиграли на уровне премьер-лиги с поставленной игрой. Серьезный соперник. Павел Пантелеевич, какое состояние у нас в лазарете на сегодняшний день? Ну, на сегодняшний день у нас в лазарете находится Степанец, Дранников, Касьян. Вот три человека, которые пока не занимаются в общей группе. Все остальные, в том числе там Гриднев, Самсонов, все по полной программе уже работают? По полной программе, но они тоже начали только перед домашней игрой. По одной тренировке они провели с Шинниками. Вот, в принципе, неделю они работают уже в общей группе. Ну и те физические кондиции, которые в связи с травмами были утрачены, все постепенно набирают ребята все, и я думаю, что в ближайшие там 2-3 тура уже будут они в оптимальной форме.